Я чуть не убился. Быстро, да? А? О, бля! Привет, чушкарики! Что-то интернет оборвался нахуй. Сидели на стриме, наблюдали за зарядкой девушек. И все сломалось. Ну так и вот. Облачка у нас с вами уходят. Сейчас я вам покажу, кто у нас прибавился в облачках. И все. И облачка белогривые лошадки летят все-таки. Вот пока, блядь, с билетами, короче, не состыковочка. Нашли билеты по 71 800. Ну, это, блядь, что-то пиздец пока. И еще нашли билет до Рио. Получается, что до Рио, до Бразилии гораздо попроще отсюда съебать, чем напрямую в Мексику. Короче, вот, кубаторим. У Катьки уже там волосы дыбом, все ищет, что-то изучает. Молодец. Хоть что-то ее зажгло, знаете? Или Юрчонок ее зажег. Короче, вот. Всем хорошего дня. И не забывайте брать облачка. Пяу-пяу-пяу. Еще в бизнес-классе есть места. Да. Там Поттер сегодня 2 места выкупил. Так что еще есть пару мест. Пяу. Держите 30 секунд море, мои дорогие. О, давайте разбавим это видео моей кулинарией. Ну а потом поговорим с вами. Поглядите, да, облачков вообще забить. Сегодня я опять тушу перчики. Покажи нам, как мы тушим перчики. Все, мы купили перчики дальше. Сколько стоили перчики? Говори, домовой. Ага, за что ты платишь? В общем, вот такая. Короче, сегодня перчики и ежики еще остался фарш. Это моя молодец. Помогите копеечкой, не пройдите мимо. Вон даже Антоша просит, блядь. Давайте Катьку-то с собой возьмем, а то кто мне готовить и стирать будет, а? Да и у меня к ней чувства. Давайте там что-нибудь, а? Облачка для Катюши. Можно в Донат Алерс, можно в Тинькофф. Все, поехали. Новые виды, новые ракурсы. О, облачка. Смотрите, я вас куда сегодня привел. Пойдемте, сейчас вы вообще офигеете. Очень красиво. Здрасте, здрасте. Здрасте, мордасте, здрасте. На входе нас встречает женщина. Здесь есть мороженое. О, подождите. Здесь трубу прорвало. Ого. Как в этом, в Сингапуре. Ну, кто был, тот понимает. Интересненько. О, пойдемте на лесенку. Пяу-пяу-пяу. Скоро будем с вами топтать мексиканские лестницы. Вы, кстати, молодцы. Видели, Поттер аж 7 облачков взял, блядь. Просто пиздец. Ого. Это второй этаж. Здесь вы можете вон, даже с горки можно прокатиться, видите? И уебенить вниз туда. Сейчас я вам обзор сделаю и закажем кофе с вами. Народец везде сидит. Сеточки. То есть дети. Ну, короче, обычная кофейня. Ну, давайте с вами цены позырим. О, ничего себе. Ничего себе. А это что, спагетти даже есть? Или что это, читин чего-то? На 3,5 умножайте.
Но нам с вами, друзья мои, не до еды. Потому что мы с вами, блин, собираем куда? На Мексику. А сейчас минутка втюхивания облачков. Ну и расскажу вам еще разок. Облачка! Гад, Поттер, Никулин, Юртас, Васенька, Раджик! Поттер, Гузи, Раджик, Никитос, Иришка, Поттер, Гад, Никулин, Юртас, Васенька! Вот эти люди летят на Валерином самолете, сами знаете, куда? В Мексику. Это элита канала пока. Так что, люди мои добрые, прибавляйтесь. Я вас надписями буду радовать. Для вас будет вообще много каких-нибудь. Все буду стараться для вас. Нам вот осталось. 21 облачко я уже втюхал. Нам бы еще бы, блядь, хотя бы 79 облачков. Сегодня Поттер, конечно, молодец. Вот он, видите? Поттер с Иришкой вот здесь в бизнес-классе полетят. Два места въебали себе. Раз, два. Так. Никулин-то где у нас пока? Ну, Никулин пока ближе к эконом-классу сидит, но ничего. Гад тоже сказал, полетит в бизнес-классе. Молодец. Раджик, ладно. Бог ему судья. Вместе с вами мы сможем это сделать. Понимаете? Ну, что, блядь? Прям люблю вас. Весь контент, который вы видите, это для вас. Да. А вы, блядь, тоже, фу. Что, вам тысячи жалко, что ли, а? Ну, блядь, интересно же будет. Вы были в Рио-де-Жанейро? Я тоже не был, блядь. А можем съездить все вместе, понимаете? Вы же вот многие вообще даже подумать об этом не можете. А сейчас у вас есть шанс. А вообще, давайте я вам сейчас минутку вставлю, как я, блядь, попрошайничал вчера на стриме, аж потел, блядь. О, нихуя. Новый Валера-самолет. Бизнес-места. Занимаем, занимаем. Бля, вообще очень красиво, да, должно быть? Ну, да. А, ты нашла, да? То есть видите, как с душой она относится? Точно ее придется брать с собой. Расскажи ребятам варианты перемещения нашего. Что нам надо, вот как, куда? Мы можем из Ханоя улететь в Дубай. Из Дубая улететь во Франкфурт на Майне. И оттуда уже полететь в... Сан-Пауло. Но тут есть загвоздка. Но это Рио-де-Жанейро, это вот один вариант. Добираться в Рио. Но тут есть загвоздка, потому что у нас две пересадки. И написано везде, что в странах, где нужна шенгенская виза для пересадки, если пересадок больше одной, то вроде как нужна виза. Ну, это как транзитная. Но мы подумали, что у нас же не две пересадки по шенгенским странам, а только одна. И она как бы последняя. Поэтому вроде бы как, нам не нужна виза. И это стоит удовольствие всего лишь 70 тысяч рублей. Поняли, да, рейс можно вот купить с Ханоя прям до Сан-Паулу. Это в Рио-де-Жанейро, тогда мы мое 40-летие с вами встретим. Главное, но там пересадка будет, билет. Да, в Германии. И мы вот не знаем, надо нам визу туда или нет. Если кто-то знает, как это все правильно делать, напишите в комментариях, а лучше катеньте в личку. Может, кто-нибудь что-нибудь подскажет. Ну купите облачко. 3 недели. Это 20 дней. Надо сотку, блять. Короче, надо по пятерику за стрим. Друзья мои, что-то надо делать. 5 облачков возьмите кто-нибудь, а? Пожалуйста. Поймать 30 пьяненьких, богатеньких нашего канала, и вообще все будет заебись. У нас, наверное, блядь, столько не наберется. Шоумен. Да, Камиль, почему шоумен? Ну надо же двигаться. У тебя не заебало одно и то же смотреть, блядь? А сейчас поедем на другой, блядь, край мира. Грамм кокаина $30. 2000 рублей. Ты обнюханный нахуй. Понимаешь? Испанский выучим. Потом посидим, блядь, в американской тюрьме 2 недели на границе. И к Новому году будем в Америке, в Майами, блядь, грузчиком работать. Ты не понимаешь, какой контент я тебе предлагаю? Это другой уровень. 1080, 60 FPS, картинка плавненькая, монтаж, блядь, тетила, ой, нахуй. А? И всего 1000 рублей. И надпись, блядь, с Канкуна на писте в любой момент. Каждому, блядь, облачку. Просто. Ну, слышали, это вам
А я приехал в магазин с красками. Хотим с Катенькой стену сделать более красочной и нарисовать нормальный самолет Валеру. Ну и облачка, чтобы все путево было. Вообще вот магазинов вот таких с красками, с фломастерами очень много. То есть практически в каждом районе. Многие меня спрашивают: Юра, а сколько кисточка стоит? Кисточки нихуя себе стоят, блядь. 40 тысяч, 120 рублей вот такая, 150. Обалдеть. Вот это надо, это надо, это все для облачков. А расскажи нам теперь второй вариант, если мы все-таки летим в Канкун, в Мехико. Ну? Если мы вот летим в Мехико, то нам надо как сделать? Вариант есть, там не сцепленный билет, это риск. Сопряженный с тем, что если задержка будет по какому-то из самолетов, то мы не сможем на него попасть. И сами проебем 40 тысяч рублей за второй билет. А там получается, что мы летим из Ханоя в Сингапур, из Сингапура в Амстердам, из Амстердама в Мехико. О. И там прям четенько, прям по часам получается у нас в Амстердаме все. Точно не надо никаких виз, это я вот знаю. Короче, вот, ищем билеты, но пока реально дороговато. Мало ли кто знает, реально маршрут по-любому можно как-то. Через Доху дорого тоже. Через Москву, блядь, не нахуй, боже упаси, пизду. Ну а традиции наши неизменны. Но скоро будем вон насыпать дорогу лучше за Никулина, чем это кофе, блядь. Вот такой вид. Пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу. Алло, ну чё, как у вас дела? Придумал маршрут. С вас теперь задача найти дешевые билеты. Летим с вами. Ханой Амстердам, ну или Хо Ши Мин Амстердам. А потом с Амстердама в Мехико. А с Мехико в Канкун. Ваша задача, мое 40-летие, встретить там. Так что, друзья мои, покупаем облачка. Вы, наверное, спросите, что за облачка? Сейчас я вам расскажу. Ну, сперва кофеем. Пяу, 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 пяу. Либо еще есть вариант уехать в Турцию. В Турции продолжить собирать на билеты. Оттуда из Турции с одной пересадкой. Также через какой-нибудь... Амстердам, поехать так. Да, и вот как вы думаете, какой лучший вариант? Ну, по цене такой больше получится. Ну да, если в Стамбул и из Стамбула. Да. Сцепленный лучше всего. Но это будет Сан-Пауло. А Сан-Пауло билет 1000 рублей, и мы в Рио-де-Жанейро. Покупаем мне белую шляпу, белые штаны, белую юбку, белое платье. И все. И фоткаемся с этой, с Божьей Богоматерью. Я такой встаю. А, Иисус, мне 40, и в меня молния опять. Вы помните, как тогда на Гавайях на серфе, блядь? Так что вот так. Вот башка занята этим. Сейчас вот разберемся с билетами, потом будем штудировать жилье. Еще для того, чтобы отсюда выехать, надо обязательно съездить в российское посольство. Так как мы живем здесь без виз уже год, и чтобы нам выехать без штрафных санкций, нам надо взять ноту от правительства. Ну, типа, они напишут, что мы не виноваты, ковидушка, и все. И тогда бесплатно выпустят. Эти ноты выдают спокойно сейчас. Ну вот, пока информация такая. Ну, у Никулина всегда все с кармой заебись. Жень, а у меня вот такое. А здесь лед, видите, такой уже круглый подают. Ну, элитное место, сами понимаете. Учитесь жить красиво. Покупайте облачка, всего 1000 рублей. Места остается все меньше и меньше. Пяу-пяу-пяу, пяу-пяу-пяу-пяу. Коля, Николай, смотри. Здесь лед, видишь какой? Вообще, заебись. Пяу-пяу-пяу, пяу-пяу-пяу-пяу. А сейчас, друзья мои, смертельный номер только для вас. Вон он полетел. Вии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 ii
Видали? Давайте и мы с вами.